Мистер Мейн продюсер. Господин генеральный продюсер, мистер Макмаро говорит, что он просто в панике, потому что постановка на грани срыва. Все, что прислали американцы для съемки объекта склад, а именно масло, сахар, колбасу и другие продукты, все это до сих пор не оплачено. Поэтому поставку сигарет отличного, говорит, качества для съемок сцены таможни сжигает контрабанду, он осуществит только после закрытия предыдущей темы. Окей. А в противном случае придется ставить вопрос как о сворачивании наших партнерских отношений на этой картине в частности, так и о закрытии идей к продукции вообще. Он говорит: вы поняли? Так что ты толмачишь, он базарит. Ну, короче, пахан. Ну, короче, этот фраер шепелявит за балагаз, рассыпуху и чехнарь, что оттабанили тебя в прошлом месяце, бабки до сих пор не оттягнули. Вот. Он говорит, что там, говорит, чаешь, говорит, Хрустов на один чих, но за подлог, говорит, вот так кидать по второму кругу. Он говорит. Ну, в заначке еще и солома есть крутая, да? Yes. Да, но базар будет только тогда, когда по уговору отклиняешь. Иначе, говорит, хана. Один, говорит, будешь вариться. Так что кончай, гнида, Динамо крутить.